я подсоединила новую гирлянду и повесила ее как раз вот на своего поросенка, на елочку и на санки. Покажу, как это будет смотреться вечером. Вечером смотрится очень симпатично, потому что гирлянду я купила в цвет той, которая у меня висит на крыльце. Только на крыльце у меня она такая сине-желтая, какая-то красно-зеленая, она не мигает. А здесь купили специально мигающую гирлянду. Вот так смотрится днем моя свинка-елочка с гирляндой. Почистила сейчас площадку. Решила насыпать семечек для птичек. Вот видите? Но пока еще ни одна не прилетала. Ну, будем надеяться, что они их найдут. Так у меня смотрится новогодняя гирлянда. Такая снежная зима в этом году. Давно такой не было. Так, ну еще почистила вот сюда, к открытой веранде, дорожку и к колодцу. Вот с крыши снег не падает. Я думаю, так в один прекрасный момент пойдешь и по голове что-нибудь стукнет. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. И почистила вот сюда. Хозблоку. В этом году мы топим печь постоянно, как бы, ну, если не каждый день, то через день. И дров, конечно, стало меньше, потому что у нас эти дрова лежали, наверное, лет 20. Их использовали только для бани и изредка для камина. Ну, сейчас покажу, что осталось у нас в дровнике. Это вот так стало меньше дров. В принципе, еще летом здесь у нас ряд, вот этот второй ряд, был полный. Так что, если топить вот регулярно, конечно, дров уходит много. Но мы ждали большие морозы, 27 градусов. Хорошо, что их не было. Вот сейчас на улице, я не знаю даже, какая температура, я иду без перчаток. Очень хорошо, тихо у нас. Показываю свою новую гирлянду. Мне сегодня как раз ее купили. Видите, я украсила лесенку Сани и поросенка. Специально хотела такую цветную гирлянду, потому что у меня вот на доме здесь тоже, видите, такая цветная. Только она не мигает, не золотистая. А вот здесь гирлянда мигает у меня. Это я сегодня чистила машину, называется, и вот эту площадку. И видите, все равно, что чистила, что не чистила. Но так как идет снежок, все опять запорошило, все в снегу. Я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки. Ну, вот так смотрится домик. Вообще, мне нравится, когда висят гирлянда, она сделана в виде или сосулек, или в виде такой бахромы. Смотрится более нарядно. Ну, надо что-то подумать. Может быть, на будущий год что-то сделаю, повешу. Вот так у нас сейчас на даче. Тихо-тихо. Интересно, пойду посмотрю из-за забора. Видно мою гирлянду или нет? У нас снег где-то примерно сантиметров 20. Выпал уже.
Сейчас подойду, посмотрю, как смотрится елка у меня из окна.